Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка везучая, кучу навоз. На этой веселой ноте всем привет, продолжаем прохождение. Так, let's go, let's go. Выживание даже, я бы сказал. Сейчас, секунду. В прошлой серии, да, мы добыли элемент, необходимый нам для создания аккумулятора. То есть давайте мы выкинем все лишнее, вот это все выкинем, выкинем. Потом, когда у нас все слоты будут заняты, мы отсюда выкинем уже булыжники, потому что их очень много. Но пока мы засунем сюда и вот сюда. Так, что нам нужно? Ну, во-первых, давайте возьмем и сделаем кирку уже алмазную. Что ж, алмазы просто валяются, да? Это не дело. Так. Дальше вот это нам надо, вот это возьмем, вот это, и вот это. И сделаем три батарейки. 155, запомните. Раз, два, три, спада, три. Так, окей. Раз, два, три. Посмотрим дальше, что у нас получилось. Нам нужен бур. Пишем бур. Бур. Сначала сделаем обычный. Вот он, три БТ. О, матерь боже, как много. Железная оболочка и два провода. Железная оболочка и два провода. Железная оболочка делается точно так же. Нам нужно взять кусок железа и два раза его сломать. Только нам нужно две штуки, две железные оболочки и два провода, правильно? Две же нужно. Да. Еще нужен будет провод. Наш нам нужен медь, нам нужна медь. Берем медь. Кладем сюда куда-нибудь. И один уголек, нам этого хватит. Пока готовится медь, сделаем следующее. Нам нужна железная оболочка. Железный слиток. Молот. Раз, два, берем, убираем. Раз, два. Тоже лишнее будет, ничего страшного, пригодится в будущем. Теперь мы сейчас получим медный слиток и из него сделаем провода. Я бы сделал еще один. А, вот нормально, в принципе, этого хватит нам. Так, ломаем, делаем пластины. Опс. И потом разрезаем. Опа, получается 4 штуки. Отлично. Это у нас все есть. Осталось только. О, еще куча говна осталось. Ну ладно, давайте сделаем электросхему. Тоже ее делать нелегко. Электросхема. Ладно, нужно будет 6 проводов. Ага, 6. У нас только 4. Вот надо 2, 6. Надо 8 штук, короче. 8. Вот как получится 8. Вот так вот. Да, нехило. Вот так вот. Нам нужна будет резина еще. 6 проводов. 4. Нужна резина. Так, у нас уже темнеет. Давайте поставим переплавку. Ну, и здесь уже поставим. И пойдем спать. В принципе, у нас, я думаю, должно хватить сырья для нашего дела, так сказать. Слегонца растут у нас деревья. Факи растут, факи. Надо подальше посадить, ну ладно. Так, здесь все нормально. Берем. 3, 6, правильно? Да, 6 штук должно быть. Раз, два, все. Получилось 6 проводов. Потом нам нужно сплющить. Сплющить одно железо. Железо заканчивается, кстати. И как я помню, она вот так была, да? Нет, не вот так. Вот так она была, по-моему, вот так и вот так. Да, электросхема у нас и есть. Но только начало. Только начало, потому что нам нужно сделать электромотор. Ой, ой, ёшкин кот, электромотор, матерь, ой, уберите от меня. Ладно, делаем катушку. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и слиток. Нужно две катушки, по-моему, да? 8. Угу. Ну ладно, тогда мы сейчас сделаем на все, правильно? Что ж тянуть-то? Я же говорю, что медь нам нужна будет всегда. 8 и посередине слиток. А, ну вот, как раз получится вот так. Две катушки. Ага, две катушки есть. Нам еще нужно две штуки, да? Две таких фигни. Так, хорошо, есть у нас две катушки.
Железный слиток и две оболочки. Будет? О, будет. Так, только я забыл, как она выглядит. Подождите еще раз. А, ну все правильно. Так, здесь у нас будет железный слиток. Здесь у нас будут катушки и оболочки. Оболочки. Смотрите, мы все собрали. Что-то слишком легко. Ага, делаем так. И у нас сейчас нету ни железа, ничего. Нам нужно железо еще переплавлять. Все, медь пока мы убираем и берем железо и ставим на переплавку железо. Вы видите, какая скорость, какая скорость. Так, уголь. А где весь уголь-то, подождите? Это весь уголь? Нет, не может быть. Вот он, уголь. Чего же не пугаете-то? Так, давайте ставим уголь. Оп-оп-оп. Все. Ну теперь, по идее, мы можем собрать. Мы можем собрать это чудо-юдо. То есть моторчик, по бокам оболочка, три батарейки. То есть, моторчик. Там какая оболочка-то, я забыл. Железная оболочка. Потом три батарейки. Микросхема. И что-то еще. Так, что же еще там было-то? Подождите. Красная фигня? Нет, 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 нет. Это было бы слишком легко. Блин, что-то мне не хватает. А, так и думал. Ладно, сейчас, 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 секунду. Да, нам надо было сделать. Сейчас мы сделаем тогда. Раз, два. Возьмем две штуки. И порежем. Опа, все, собираем еще раз. Моторчик, потом железная оболочка. Три батарейки. Посередине микросхема и две шляпы. Ох, так, хорошо. О, 3, 4, 5, 6. 6 пластинок надо будет. 6 пластинок, да? То есть 6 железок. У нас есть нормально 6 штук. Как она выглядит? Ага. 6. Скоро он сломается уже молоток. Вот так вот и вот так вот, да? Все, первое готово. Шахтерский бур у нас есть. Но нам нужно его зарядить, правильно? То есть нам нужно будет еще сделать генератор. Но то он никогда не сломается. Он просто будет разряжаться. Ой. О, видали, он факел ставит. Почему-то странно. Прикольно. Так, нам нужно его зарядить. Ну что ж, в СГО надо потихонечку собирать тогда генератор, да? Генератор. Он в любом случае нам нужен будет. Генератор. Он собирается, в принципе, несложно. Там печка нужна каменная. И батарейка обосранная. А, сначала нужно собрать железную печь. 5 штук, да надо? 4. Так, железная печь нам нужна опять. Давайте берем 1, 2, 3, 4, 5. Потом берем вот так и делаем печку. И как-то вот так, наверное. Во, правильно, железная печь. Нам нужна не железная печь, нам нужен генератор. То есть нам нужно тогда еще собрать одну батарейку, да? Мы ее можем собрать, в принципе, ничего сложного в этом нет. Здесь проводки у нас нету. Так, нам нужна тогда оловянная пластина. Из нее мы сделаем проводки. Оловянные проводки. Потом сделаем из резины. Так. Потом вот сюда поставим. Посередине и оболочка. Батарейка у нас готова. Хорошо, дальше. Фух, так, генератор. Где-то наш генератор. Generation. Ага, и три железки нужны еще, да? Я все забрал, железа больше нету, да? Все железо мы истратили. Железные пластинки. Ну, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Хотя мы знаем, где у нас есть железо. Оно у нас есть где? В пещере.
Я не хочу выкладывать итемы, пойдем прям так. Да. То есть нам нужно самое главное добыть железо и все. Надеюсь, что я не сдохну. Нет, нормально. У нас есть в пещере все это чудо. Самое главное не подохнуть. Будет обидно потерять все эти вещи. Вот оно, железо. Кто здесь? Так, подождите, а где выход? Надо запомнить. Вот он, выход. Меня нападают. Меня убила фура. Так, давайте быстренько выкопаем. Там везде звуки страшные. Тварь! Блин, дай мне забрать-то. Здесь, в принципе, хватит нам. Жадность погубила фраера. Ага. Сколько я взял там? Давайте посмотрим. Взял 5. Нам должно хватить этого. Да, нам хватит. Нам нужно немножечко. Ну, пойдемте. Не будем застревать в пещере. Два раза жмем и... И взлетаем. Так, сейчас нужно сделать генератор. О, выросли у нас все деревья. Нужно собирать резину. Ага, три пластинки. Нет, сначала нужно пережарить. Пережарим, пережарим. Пока у нас идет пережарка, мы сейчас соберем, пойдем сок. Ну, типа сок. Ага, так. Опа. Нужно будет потом, кстати, землю собрать. Нам нужна земля, нужно расширять плантацию свою. В принципе, неплохо, смотрите. А, листва-то отросла, засранцы, смотрите, а. Хотя, по-моему, она не всегда отрастает. Если мы сломаем посередине, она, по-моему, не будет расти. Поэтому лучше просто ломать посередине. Поисках секретных мест. Ага. О, от меня не скроешься. Ну вот собрали мы латекса. Нету. Собрали латекса, и нам хватит много резинок. Сколько у нас уже? 11. 11 проводов. Это довольно хорошо. В любом случае, у нас здесь все готово. Берем, делаем три пластинки. Молоток скоро сломается. Раз, два, три. Все, потом берем вот так, и сюда ставим вот эту шляпу. У нас получился генератор. В генераторе мы сможем заряжать разные вещи. Можно поставить его в любое место, но мы его так просто не уберем. То есть нам нужно будет тогда делать ключ гаечный, чтобы его убрать. Поэтому лучше поставить его в какое-нибудь нормальное место, где он будет стоять всю жизнь, много-много лет. Так, такую ширину дома хватит. Мы потом просто делаем второй этаж и выше, выше, выше будем строиться. Какие-нибудь ступеньки сделаю, или просто лесенку, и все, голову не ломать. Ну, давайте, хватит этого, закроем все уже потихонечку. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Будем закрываться. В каком-нибудь месте я поставлю лесенку. Лесу, например, поставить, оптимальный вариант. Или просто лестницу. Не, лучше лесу. Окончилось у нас. Доски кончились, еще берем. Так, вот. Вот так вот. Вот так вот. Все, ставим. И здесь можно где-нибудь генератор засунуть. Можно, в принципе, поставить его вплотную к стенке, да, а уже по стенке проведем провода. Я думаю, 10 сундуков нам хватит для начала, но их, в принципе, может быть мало. Поэтому давайте тогда сделаем так, закроемся с этой стороны и здесь поставим генератор. Лучший вариант будет. Опс. Оп-оп. Так, мало осталось, да? Еще есть Вася. Вася, у нас много такого говна. Хорошо, давай тогда сделаем вот так, вот так. Это все выкинем обратно, это поставим сюда. Все, сейчас наконец-то мы закроем дом. У нас уже будет полноценный дом, а не вот эта вот куча блевоты подзаборной. Так. Окей, вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И закрываемся. Оп-оп-оп-оп. Во, скилл повышается по боля. Заметьте, скорость не имеет границ просто. Я не знаю, скорость света. Так, осторожно, вот так. Ну, здесь уже можно там сделать, например, два окна, да? Раз, два, да, здесь будет два окошка. Все.
То есть, если мы здесь будем ставить раз, два, два сундука. Ну вот, поставим сюда вот. Так, теперь, по идее, нам нужно зарядить наш бур. Ну да, наверное, он будет долго заряжаться. Давай, братюня, давай. Будет долго заряжаться. Ладно, ждем. Пока у нас наступает ночь, мы еще пойдем спать. Вот, надо собирать уже грядки. Опс. А, нужна земля, точно, земля нужна тупая. Окей, раз, два, три, четыре. Хочется найти каких-нибудь монстров, подраться с ними. Ой, как тяжело он заряжает, ой, как тяжело. Не знаю, может опять придется строить мельницы всякие, фиг его знает. Так, let's go. Сейчас отрастает. Так, ну я сейчас сходил бы, наверное, за землей. Как вариант, да? 10. Так, за землей сбегай. Что ты заряжаешь? По-моему, поболя заряжает что-то. Или подождем, пока зарядит. Ну давайте я перемотаю, подождем, пока зарядится. А пока заряжается, мы поставим стекла. Оп. Оп, вот такие красивые стекла будут. Полностью разноцветный дом. Да, и мы как раз можем, наверное, еще попробовать сделать черные стекла обычные. У нас же краситель где-то был. Да, у нас есть краситель. Давайте попробуем сделать тогда. 15. Ой, блин, этого мало. Ну, хотя бы так. 8 штук. Ага. Нам нужно весь потолок закрыть. А-а-а! Вот так вот. Ну, вот более-менее. Красота. Ну что, заряжается, да, почти зарядилась. Поэтому мы пока поставим на переплавку. Все это серое не, нам не надо. Поставим на переплавку стекло. То есть песок нам нужно поставить. Let's go. Оп. Оп-оп. Отлично. Все, пока переплавляется. Давай, братюня. Мне интересно, как он работает? Можно ли как-то сверлить им? Я знаю, что его используют для буровой установки. А, ну да, смотрите, да, он прям мгновенно сломал. Ну-ка, пойдемте протестируем. Это еще обычные, да, шахтерские, а можно еще сделать алмазные. Ах ты, мразь тупая, всю жизнь тебя ненавидел. Камон. Не убивай, пожалуйста. Ой, ты какой меткий! Ой, ой! Вот подобрали мы как раз косточки, да, его. Вот давайте, наверное, проверим, как он работает. Заметьте, да, реально он почему-то ставит факел. Наверное, так и задумано. Не, прикольно. Ну-ка, а там показывается прочность. Не, ну быстро ломает, смотрите, очень быстро ломает. Мне нравится, прикольно, реально. То есть гораздо быстрее. Пиу, 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 пау, пау, пиу, пау, 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 пиу, пау, 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 пиу, пау, 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 пиу, пау, 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 тун, тут, тун, тун. Нормально. Да, потихонечку. Да, разряжается. Ну, все честно. Поэтому мы сейчас сделаем так. Мы сейчас пойдем сделаем алмазный. Я надеюсь, что он будет гораздо быстрее. В принципе, увидели, так моментально ломает. Мне интересно, как будто алмазный работает. Давайте глянем алмазный. Алмазный бур. А, ну это просто вообще по изичи. Так, для начала давайте мы все выкинем лишнее. Это тоже в еду пойдет. Хотя есть нельзя, но пускай будет в еде. Сюда. Сюда, сюда. О, у нас есть алмазная кирка. Берем алмазы. Делаем раз, два, три. Пана три. Алмазный бур. Давайте мы его зарядим. Ух. Все. И выкидываем. Ну что ж, пойдемте прочекаем. Какая вообще разница у этого бура? Нереально, прикольно, он еще факел ставил. Оригинально, конечно. Ну ладно. Пиу, 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 пиу. А, вот слева внизу показывается его заряд. 27 заряд. Все с такими темпами. Пиу, пиу, пиу. Да. Такими
такими темпами можно быстренько. Так, давайте мы отведем его, чтобы он не сломал нашу руду. Ну, пускай будет так. Опа. Так, давайте покушаем сейчас поболя. Вот, первая технология у нас и есть, которая позволит нам быстрее все добывать. Пиу, пиу, пиу. 27. Это только первая технология. 26. Так, кого убить? Кого мне убить? А-а-а. Там у вас веселуха, как я понял, да? Вот, кстати, там железа много, ништяк. Ах ты мразь. Кстати, у него лук, видали, зачарованный. Дай мне лук. О, сколько же вас там. Офигеть. Вы гляньте на это. Мне нужно сделать оружие получше. Железный это меч нужно сделать. Ой, это что такое? Таракан. А, ну вот я говорил про эту фигню. Фига вот здесь много. Все сломался. О, я какие-то ингредиенты нашел. Посмотрите в моем инвентаре, да? Какая-то шляпа. Отвалить от меня. Поедают. Убивают. На тебе чмо. Я даже готов сломать свою кирку. Да кто меня бьет-то? А, дура тупая, отстань от меня. Так, давайте мы сделаем следующее. Вот так сделаем и вот так. Что-то дымится. Угу. А что я подобрал? Эктоплазма? Какую-то эктоплазму? Зачем-то, не знаю. Потом посмотрим. Будем делать много новых фишек. Не забывайте, что у нас дополнение есть, да? Всякие новые эти рецепты. Полно рецептов. Кстати, спрашивали, когда я выложу... Я обещаю, да, на днях выложу свою сборку. Ну, понимаете, просто, опять же, нужно время. Время. Подождите чуть-чуть. Мир не крутится только вокруг вас, понимаете? Все будет. Мне не сложно. Как не сложно? Это просто требует... Мне не сложно это сделать, это просто требует времени. То есть сначала я сделаю свой тупой сайт на Юказе, чтобы можно было то спокойно выложить сборку, да, и выкладываю другие варианты все время, чтобы все знали, где это брать и так далее. И все. Так, ну удачно сходили, смотрите, порох нашли, тоже нам нужен будет. А зачем эктоплазма нам нужна? А, просто так? А ее пить, наверное, надо? Нет. Видимо, не зачем. Прикольная такая пробирка. Эктоплазма. Эктоплазма. Так, а что пороха мы можем сделать С4. Прикольно, динамит. Или да, или мы можем просто потом... О, крипера можно призвать. Хотя смысл, я не знаю, какой. Огненный шар. Кстати, надо будет попробовать в следующем выпуске сделать из золота какое-нибудь украшение. Да, то мы нашли золото, а нужно сделать украшение. Украшение. Так. Ну все. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Быстренько прочекаем. Где я был? Так, подождите. Там было много железа еще. Чем мы ушли оттуда? Нет, я был не здесь. Ну, опять же, я уже говорил, сначала нужно прочекать все, что здесь есть, да, всю пещеру разведать. Найди бы хоть один респаун, хоть один. Вот золото, которое нам не нужно. Нифига здесь пещера огромная. Ну что ж, давай, алмазный бурбу! Не, ништяк, ну вы видите, да, какая скорость. Единственный минус, что он очень быстро тратится, то есть у него заряд, да, быстро сажается, это минус. Здесь мы спокойно не слезем. Опс, еды опять у нас мало. Вот так вот. Оп, и let's go. Прочекаем, здесь у нас больше ничего нету, да? Нет, мы были в другом месте, там было хорошее такое место, много-много железа было. Опять же, нам железо, конечно же, нужно обязательно. Так, ну давайте посмотрим. Вот железо есть. Давай, бур. Пу-пу! Отлично. Просто идеально. Вот. Теперь бур у меня 25. Потихонечку садится. Вот, здесь мы не были.
Так, там кто-то умирает. Почему он умирает? Наверное, ему больно. Наверное, попал в этот, в лаву, может быть. В лаву, в лаву, в лаву. Сделаем украшение. Там же можно... А, еще же можно вещи зачаровывать, насколько я знаю. Да, я этого вообще никогда не делал. Никогда. Поэтому мы с вами потом попробуем. Я забываю, что можно с помощью алмазного бура ставить факел. Надо приучиться. Нет, отлично. Пиу, 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 пиу. Прикольно так. Пау, пау. Ау, он так нечестно. Ну ладно. Мне было, в принципе, не больно. Немножко нас перебили. Ладно. Пау, 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 пау. У нас уже 20-й левел. Мы ни разу не умирали, по-моему. Ни разу, да? А, в самом начале, когда вышка взорвалась, но это не считается. То, что мы еще не начали играть. Опять нам нужен факел. О, ставлю с помощью бура. Опа. И железки. Еще нужны железки. Как-то он подошел в заду. И убил меня в заду. Проверяем. Можно еще это красное говно поиспользовать. Я помню, что это тоже из дополнения. Из него можно делать какие-то вещи. Так. Ну вот, золотая руда, золото и слиток. Да, это все говно. А, энергорельсы. По-моему, это рельсы, которые ускоряют. Тоже давно их не делал. А зачем золотое яблоко? Без понятия. Часы. Нет, часы нам не нужны. Вот, видите, да, всякие посохи. Вот что это такое? Soul Gazer. Полно вещей. Посох опять. Это только и золото. Потом самородок, сверкающий арбуз. Морковка? Золотая морковь. Прикольно. Взрывное зелье. А, вот, а как это все делать? Зачаровывать вещи? Ну-ка, подождите, я ни разу вообще такого не делал. Вот он стол. Вот наша цель на следующий выпуск. Запомните, вот, господа. Вот, ребята, что надо будет делать. То есть мы будем делать 100 зачарований. Я ни разу не зачаровывал, будем зачаровывать. Здесь как-то темновато немножко. Все так подобывали. Как раз мы, видите, добываем уголь. Как раз он пойдет нам на зарядку нашего бура. Медь тоже нам нужна. Железка. Железка обязательно. Самое главное, это железо. Много железа. Да, сделаем стол зачарований, попробуем. Также можно поставить мод, например, на заклинание. Я посмотрю, может я прям в эту сборку и добавлю. Так, тихо, подождите. Ладно, все, пора отсюда сваливать уже. Будем закругляться. Но пещера огромная, просто огромная. Давайте, let's go, let's go. Где выход? О, опять какое-то место. Господи, сколько? Угу. Нет. Ладно, пошлите отсюда. Не хочу с тобой. Не хочу. Но мне не больно все равно. У нас есть железная броня. По-моему, она помогает от взрывов тоже. Так, и смотрим, где у нас... Сколько у вас здесь ходит, дебилов? О, спасибо за уголь, пригодится. Выход где? А, вот он выход. Все, на улице уже ночь. Я надеюсь, что я смогу дойти до дома. Пускай зараспавнятся плохие люди. Ой, много-много. Ой, как много-то вас. Тихо-тихо. Вот, кстати, это плохо будет, если они будут здесь взрываться. Поэтому давайте мы отсюда подальше уйдем. Ну ладно, в любом случае, они нам ничего не помешают. Можно подбывать пока. А, блин, надо было как-нибудь убить это говно. Ну, это уже другая история. Сейчас я спущусь в самый низ и закончим. Кстати, вот бьет этот алмазный бур, он слабо бьет, там, по-моему, по 2 хп отнимает. А, по 3 хп, да, то есть та же кирка, она гораздо сильнее бьет, плюс 5 урона, видите. А он, наверное, не ломает? Не ломает. Ну, видите, все честно, да, он не должен ломать. Все, этот алмазный бур, кстати, нам нужен бур, чтобы добыть обсидиан. Мы прямо с следующего выпуска начнем добывать. Прямо отсюда вот и пойдем добывать. Проблем нет. Правда, еды нету. Ну ладно.
А, у нас есть хлеб. Точно, мы можем сделать хлеб, хлеб, хлеб. Не все так просто, как ты думаешь. Ты понимаешь? Мы можем покушать хлебец. Оп-оп-оп-оп. Все, я сыт. Все, всем спасибо за просмотр. Ребята, комментируйте видео обязательно. Подписывайтесь на канал. Всем пока.